Добрый день, дорогие друзья. Сейчас у меня в руках палочка Pantone 21 Gran Turismo. Это четырехчастник. Палочка именно для туризма. Имеет довольно быстрый строй. Ну, наверное, все-таки фаст, а не экстра фаст. Соответственно, да, фаст, как мы видим по надписи, тестом 3,5-14 грамма, в длине 7,6. Ну, давайте покидаем, посмотрим, что за это за палочка, как она себя ведет. Вот мы поставили приманку потяжелее, Pantone Grandigard в 75 размере. Посмотрим, как Travel справится с ней. Она чуть по упористее уже, разумеется. Сейчас должна и лететь подальше. Ну, бросковые качества, конечно, относительные. Но вершинка уже начинает проваливаться на таком твиче. Это не твичевый инструмент, конечно. На твиче она совершенно не подходит. Ну, хотя все это очень спорный момент. Давайте попробуем поставить джиг, посмотрим, что будет с джигом. Сейчас проверим джиговый вариант работы палочки. Собственно, груз 4 грамма. Давайте посмотрим. Да, джиг, конечно, не воблер, джиг летит. Ну, проверяем. Это, собственно, не ладно далеко. Давайте поближе подтащим. Что у нас с дном? Ну, где-нибудь наткроем. У него и 4 грамма несовместимы. Что логично. Ну да, 4 грамма он бросает. Так, следующее. Опа. Еще у нас идут 6 грамм. Шесть грамм, в принципе, летят так же, как 4. Никакой особой разницы. Ну, по чувствительности на джиге ничего не скажешь. Сейчас 12 грамм ставить. Ну вот, 12 грамм. Все будет точно 12,6. А сейчас есть какой-нибудь вариант. Ну, по ощущениям, это уже предел. Соответственно, да, на таком шнуре это автоматический отстрел.